Вот утес на Голубинке. Это лодочный гаражишек, который постоянно показываю с той стороны. Вот оттуда. Вот они вблизи, эти гаражи. А здесь кто захочет уединения и слития с природой, милости просим, вот Голубиная бухта. Покупаться, шашлыки пожарить. И здесь совсем мало народу. Почти иногда не бывает никого. Вот такой тоже каньончик такой. Ну и сама вот бухточка, красота какая. Очень красиво. Вертолет летит. Сейчас, если сможем, захвачу его. Вертолет не так интересен, как бухта.